Здравствуйте, это Кирилл Олегович. Я по поводу книги. Заказчик хочет, чтобы концовка была положительной. Где это? Не знаю, но ты так необычно. Анфиса, как тебе? Как тут темно. У нас дома не так. У нас страницы белые, светлые, а тут мрак какой-то. Как-то темно и скучно, я хочу домой. Так, что тут есть почитать? Что это за слезы? Принц подходит к прекрасной девушке. В руках у него сверкает хрустальная туфелька. Гости замерли. Принц подносит туфельку к маленькой ножке принцессы. Туфелька выпадает из рук и вдребезги разбивается на тысячи мелких осколков. Нет никакой надежды, что ее можно собрать вновь. Как же я понимаю героиню? У меня наконец получилось ее развеселить. Как ты это сделал? Наводить. Тут так пыльно и хлам везде. Неудивительно, что автор пишет такие грустные книги. И нас с вами может ожидать такой же финал. Ну что ты такая серьезная? Раз тебе самой не хочешь что-то написать в рукописи, чтобы было веселее. Есть кое-что. Знаете ли ты, что имени Анфиса не существует. Меня зовут Анфиса. Хорошо. Автор будет писать правильные слова. Ну, будет теперь Анфиса. Что раньше не сказала? Я что, квартира ошибся? Еще 5 чашек. Саша, Алиса, Игорек, Анфиса, пойдемте пить чай. А работать? А мы уже все написали. И финал самый счастливый.